Здравствуйте, это программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы. Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – отопительный сезон в Татарстане. Как проходит подготовка к зиме и отопительному периоду, когда он начнется и к кому обращаться, если что-то пойдет не так. Вот обо всем этом будем беседовать сегодня с экспертом в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет начальник управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айрат Азатович Галямов. Айрат Азатович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мы работаем в прямом эфире. Задать свои вопросы эксперту или поделиться своей историей можете и вы. Для этого нужно прямо сейчас набрать номера телефонов, которые вы видите на своих экранах. Это 511-99-66 для Казани и бесплатный номер для регионов 8-800-532-55. Звоните, мы очень ждем ваших вопросов на протяжении всей программы. А кроме того, приглашаем вас поучаствовать в нашем голосовании еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте «Татарстан-24» мы запускали опрос, где спросили у вас, уважаемые телезрители, а у вас бывали проблемы с подачей тепла? Чтобы пройти на страницу с опросом, наведите камеру мобильного телефона на QR-код, который видите в углу экрана. Таким образом, вы автоматически перейдете на страницу с опросом. Ну что, Айрат Азатович, когда начнется отопительный сезон в этом году? От чего будет зависеть он уже этой осенью? Ну, я хотел бы сначала немножко рассказать, как идет подготовка к отопительному сезону. У нас ежегодно выпускается постановление Кабинета министров Республики Татарстан о подготовке к отопительному периоду, в данном случае к отопительному периоду 2021-2022 годов. На основе этого постановления определяются цели и задачи к предстоящим отопительным периодам, утверждается региональный штаб по подготовке к зиме. Также на уровне муниципальных образований также утверждаются свои штабы. Мы также проводим заседания республиканских штабов. В этом году мы уже провели 7 заседаний республиканских штабов, где мы обсуждаем о ситуации в муниципалитетах, о ситуации в крупных теплоснабжающих организациях, социальных отраслях, как идет подготовка объектов к отопительному периоду. На сегодняшний день уже цифры, мы выходим на финишную прямую. У нас уже более 95% социальных объектов уже подготовлено, порядка 90% многоквартирных домов уже подготовлено к отопительному периоду. Но, соответственно, объекты коммунального хозяйства тоже в большом объеме, уже более 90%. Это и котельные, тепловые сети, и другие объекты коммунального хозяйства. В целом, вот, цифры по подготовке этого года такие. Что касается, когда у нас будет тепло, все зависит от температуры наружного воздуха. Как известно, если в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится не более 8 градусов, то уже необходимо подавать тепло. Решение о подаче тепла принимается каждым муниципалитетом отдельно. Для примера, вот у нас в том году уже начали подавать тепло уже 11 сентября. Ну, какие-то муниципалитеты уже позже принимали решение. Как правило, первыми получают тепло это социальные объекты, это детские сады, объекты здравоохранения. А уже более попозже уже доходит тепло и принимает решение о подаче тепла в многоквартирные дома. Угу. Вот вы упомянули о подготовке, да, которую вы сейчас проводите. А в чем она заключается? То есть это осмотр оборудования, да, какие-то пусконаладочные работы? В чем проявляется? Вообще подготовка к отопительному периоду начинается, когда уже завершается отопительный период, уже начинается подготовка к следующему отопительному периоду. Это такая системная работа, планомерная. Необходимо, естественно, в первую очередь обследовать объекты, которые требуют определить перечень работ, которые требуют необходимого ремонта или текущего, или капитального характера. Обеспечивается подготовка систем отопления, это гидропромывка, опрессовка. Это если мы говорим про объекты с центральным отоплением. Также проверяются дымоходы, вентиляционные каналы на квартирных домах. Итогом всех работ проведенных, это и ремонтные работы, и вот то, что я говорил, гидропромывка, опрессовка, допустим, из части многоквартирных домов оформляется паспорт многоквартирного дома, который говорит о том, что уже дом готов к предстоящему отопительному периоду, и все системы уже готовы принимать, допустим, тепло и другие услуги. Кто контролирует вот эти работы по запуску тепла? Но если говорить про многоквартирные дома, здесь контроль, в первую очередь, должен осуществлять муниципальное образование. Также это зона действия госжилинспекции. Это обеспечение как бы, проведения необходимых работ, касающихся подготовки домов к отопительному периоду. Но помимо домов уже еще есть объекты коммунального хозяйства, есть котельные, есть тепловые сети. Здесь уже сами теплоснабжающие организации также свои
работы проверят по завершению отопительного периода, начинают уже проводить опрессовки тепловых сетей, проводить текущий капитальный ремонт на сетях, на источниках тепловой энергии, это на котельных. Также эти работы проводятся в межотопительный период, и также по итогам оформляется паспорт готовности объекта коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации к отопительному периоду. Ну, то есть, если пошло что-то не так, то с кого спрос, если что? Куда обращаться людям? Ну, в первую очередь, если это в домах люди не получают тепло или получают тепло не лежащее в качестве, они, естественно, в первую очередь должны обращаться в свою управляющую компанию. Дальше могут обратиться и муниципальные образования, есть и теплоснабжающие организации. Также у нас в министерстве работает круглосуточная диспетчерская служба. Пользуясь случаем, могу сказать, что у нас номер диспетчерской службы 231-1410 также принимает заявки от жителей нашей республики. А вот с какими проблемами жители республики обычно сталкиваются? Вот если оборачиваться назад, опыт прошлых лет каких-то, какие-то самые наиболее такие проблемы? Ну, как правило, много звонков начинает поступать это в начале отопительного периода, когда, как обычно, внезапно наступает холода, и начинает запуск тепла. Но этот процесс, он такой не одного дня, система достаточно сложная, начинает открывать тепло там, дома, пока система наладится, пока нужное давление, стабилизируется давление, пока спустят воздух с труб, проходит какое-то время. И вот в это время, естественно, мы получаем оправданные звонки от жителей, что вот здесь у нас пока холодно, здесь пока нет тепла. Ну, естественно, это все оперативно, эти вопросы решаются и регулируется подача тепла в объекты. Действительно, это так. В качестве иллюстрации предлагаю нам посмотреть небольшой архивный сюжет от октября прошлого года, когда сразу в нескольких десятках домов Казани тепло не пришло в срок. Давайте посмотрим, обсудим. Даже -3, -4, а у нас батарея, знаете, как... Прям так холодно. В доме настолько холодно, что пришлось обзавестись дорогим обогревателем, рассказывает Халима Назипова. А вот ее соседка на зимах уснульно согревается по старинке. Теплые гольфы, шерстяные носки, да еще и валенки. Говорит, иначе просто замерзает. Каждый год мучаемся насчет отопления. У нас никогда тепло вовремя не дает. По 15 дней, 20 дней. И таких холодных домов в Казани, по официальным данным, озвученным сегодня в мэрии, 36 штук. Тепло в них обещали дать в течение этой недели. Всего же в городе к отоплению уже подключены более чем 5000 многоквартирных домов. Две ведомственные котельные, собственник которых допустил образование задолженности за газ и невыполнение требований Ростехнадзора, что не позволило своевременно начать работу в этом отопительном сезоне. Очень жарко топят, очень рано включили, батарея очень горячая, окна открываешь, это лишние деньги вытекают. Пока одни страдают от холода, другие буквально задыхаются от изнуряющей жары в квартирах. Тепло, правда, в это же время было и на улице, за счет чего и получился перетоп. Теперь самое страшное, чего боятся люди, это баснословные счета за слишком теплые батареи. Такая совершенно распространенная ситуация, да, когда одним тепло дали, все хорошо, но при этом еще стоит теплая погода, и им жарко дома. Другим тепло не дали, в это же время им холодно. Вот как с такими проблемами справляетесь? Ну, с перетопами, да, так называемыми? По поводу первой части, да, я уже говорил, что проблемы делятся на две части. Во-первых, и проблемы в доме, то есть необходимо наладить систему, чтобы у всех была нормальная температура. Во-вторых, есть проблемы в источниках теплоснабжения. То есть есть нормальные теплоснабжающие организации, где там, да, они вовремя готовят свои системы отопления, вовремя подают. Но есть еще, вот, как прозвучало, есть ведомственные котельные, бывают, которые, к сожалению, не так, как положено, готовят свои системы отопления, источники теплоснабжения. И бывает, что вовремя не запускают тепло, и вот такие вот, к сожалению, жалобы приходят от жителей. Как-то избежать можно вот таких ситуаций? Или это довольно-таки для вас Мы решаем, точно эти мы все проблемы знаем. С каждым годом таких проблем в республике все меньше и меньше, но, к сожалению, одним годом только все это не решить. Но работа в этом направлении ведется. Куда обращаться при неисправности батареи в квартирах после включения отопления? То есть отопление включили, вдруг где-то у кого-то что-то потекло? Или там, не дай бог, прорвало, какие-то вот такие ситуации. Вот то, что я говорил, что необходимо до начала отопительного периода проводить промывку и опрессовку. Опрессовка системы отопления как раз и проверяет, насколько система отопления, трубы могут выдержать отопительный период.
и вот чтобы не допускать таких ситуаций, и проводятся вот эти испытательные мероприятия. Но если такие случаи произошли, то необходимо, естественно, в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию, чтобы быстро все это устранить. Как-то сами регулировать тепло в квартирах могут жители каким-то образом? Но есть системы, которые позволяют с радиатора самим выпускать воздух и даже регулировать температуру, подачу отопления в радиаторы. Есть такие системы тоже. Вот еще одна частая довольно-таки ситуация, когда по каким-то причинам тепла в доме не хватает. И отсюда и понятное недовольство людей, то есть они платят по счетам, продолжают. А тепла, особенно в холодные периоды, как вы помните, в феврале этого года была такая ситуация. Давайте тоже посмотрим в качестве иллюстрации сюжет и обсудим с вами его. Ну холодно, невозможно спать. В квартире настолько холодно, что пришлось обзавестись дорогущим матрасом с подогревом, возмущена Людмила Афанасьевна. Вот только спасает он лишь по ночам, а днем пенсионерка пользуется обогревателем, иначе в квартире можно просто замерзнуть. Счета же за услуги ЖКХ при этом приходят колоссальные. 1000 брали, сейчас 3000. 40 метров квартирования. Это куда годится-то? Я не знаю, за что они берут вообще. Приходилось обогревать квартиру электрическим обогревателем. То есть мне приходилось платить за тепло двойную плату. Из-за огромных счетов многие казанцы вообще перестали платить за тепло. Долг горожан перед Татэнерго стремительно приближается к 1,5 миллиардам рублей. Плачевная ситуация и у КазЭнерго. Там посчитали просроченную задолженность населения. А это еще 250 миллионов рублей. На 1 января 2020 года задолженность составляла 1,022 миллиона рублей по Казани. 1 февраля 2021 года почти 1,3 миллиарда. Давайте примем телефонный звонок, а потом обязательно обсудим с вами этот сюжет. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, такой вопрос, Валерий говорит. У нас в прошлом году красный фасад дома, и замазали краской форчик снаружи. Всю зиму дуло. И открывают форчик снаружи. Можно, пожалуйста, повторить ваш вопрос? Немножко не поняли вас. Внешние форчики после покраски фасада перестали закрываться всю зиму дуло. Терпели пока. Вы интересуетесь, что вам делать? Ну, холодно было. Спасибо большое. Ну, в общем, тепло утихало на улицу. Ну, у зрителей наших. Я спасибо. Думаю, вопрос частного характера. Я думаю, оставили адрес. Мы разберемся, в чем там дело. Открываются или не закрываются форчики. Вот это надо разобраться, я думаю. Ну, то есть люди как бы топят улицу, как это принято сейчас говорить, и вот и в этом сюжете как раз обратная проблема, когда тепла не хватает. В таких ситуациях, что посоветовали бы вы делать? То, что тепла не хватает, да, потому что надо понимать, что тепло в доме, в квартире, это не только отопление, радиаторы, да, есть еще фасад, есть окна, которые тоже должны защищать от холодов квартиры. Поэтому здесь необходимо смотреть и утепление фасада, и необходимо смотреть, чтобы не заходил холод через окна, через двери. Вот как раз как у нашего звонившего, да? Да, эти мероприятия тоже очень важны и необходимо выполнять, и в том числе при подготовке к отопительному периоду. Также уж при выполнении текущего и капитального ремонта. Только при выполнении комплекса мероприятий, энергосберегающих, да, можно добиться нормальной температуры и нормального потребления тепловой энергии. А какая вот эта нормальная температура? Есть ли какие-то показатели, по которым можно понять, что тепло в дом не додают? Да? Например, люди частенько тоже звонят и нам на телекомпанию, жалуются, вот у нас 17 градусов дома, да. Это очень холодно, мы замерзаем. Какова опять нормальная же, температура? Опять же, у всех представления о нормальной температуре разные. Но есть нормативы, то есть они говорят, что минимальная температура в квартире – это 18 градусов. Да, для кого-то, наверное, это холодно. Но это минимум, который, в принципе, допускается. В угловых квартирах это плюс 22 градуса. Вот такие вот минимальные значения. Если человек видит, что минимальных значений не достигает температуры воздуха в его квартире, куда обратиться? Это значит, что ему услуга оказывается недостаточно, некачественная услуга оказывается. И в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, с кем у него договор заключен. Поэтому они должны определять причины. Причины касаются внутридомовых сетей, или же подается плохое тепло, недостаточное тепло от уже теплоснабжающей организации. Тут необходимо разбираться в каждом случае индивидуально.
Угу. Лучше писать, наверное, коллективную жалобу, да, если вдруг дошло до такого? Конечно, но это можно и индивидуально, можно и коллективно. В любом случае все обращения граждан они должны рассматриваться, независимо, коллективно или индивидуально. Давайте познакомимся с результатами нашего опроса. Еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте «Татарстан-24» мы запускали голосование. Ты спрашивали у вас, уважаемые телезрители, а у вас бывали проблемы с подачей тепла? Вот такие варианты ответов мы предлагали. Да, ежегодно сталкиваемся, 32% опрошенных именно так проголосовали. Да, но редко, обычно все хорошо, 28%. И нет, у нас все в норме, 38%. То есть большинство у нас голосует за то, что все хорошо у них дома при отопительных сезонах. Давайте еще познакомимся с комментариями. Постоянный перетоп жалоб. Светлана Кириллина. Отопительный сезон жду с ужасом. Еще и плату повысили. И вот Римма Герасимова отмечает, что до них тепло и не доходит. Ну, тоже, я думаю, может быть, вы разберетесь потом, да, что это за муниципалитет. По поводу перетопов, могу сказать, что вот тут выход именно установка узлов погодного регулирования тепловой энергии, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры окружающего воздуха. И вот эти, если вот эти узлы стоят, это как раз это сделано против перетопа и направлено на энергосбережение тепловой энергии. Угу. Такие, ну, у нас много очень домов, которые оборудованы такими узлами погодного регулирования. Как еще вы посоветовали бы экономить на тепле? Есть ли еще какие-то такие варианты? Тяжело, конечно, экономить, если у тебя индивидуальный прибор учета тепловой энергии не установлен. А уже квартиры, где стоят индивидуальные приборы учета, они, соответственно, можно убавить подачу тепловой энергии в квартирах. В данном случае уже есть уже способы маневрирования, скажем так. Как результаты опроса вы прокомментируете? Вот те, кто ежегодно сталкивается, например, 32%, треть у нас именно так ответила. Норма, не норма, это насколько? К сожалению, я сказал, что вот одновременно всем в один день невозможно подать тепло. Проблемы возникают, эта система такая достаточно сложная, но будем стремиться к тому, чтобы вот это как раз вот у кого все в норме, этот показатель увеличится. Только рост, конечно. Спасибо вам большое, Айрат Азатович, за эту интересную беседу. Это была программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы. И сегодня мы обсуждали отопительный сезон в Татарстане, как он проходит, когда придет и к кому обращаться, если что-то пойдет не так. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи.